В Башкортостане наращивают производство молока. На начало июля крупные предприятия и фермеры произвели более 400 тысяч тонн. Это почти на 4 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Уверенно и уже традиционно лидирует хозяйство Чекмагушевского района. На их долю приходится больше 1/10 части всего объема – 43,5 тысячи тонн. Прирост надоев в районе составил более 4 тысяч тонн. На второй и третьей позиции – Лишевский и Аургазинский районы, где надои в сельхозах организациях составили 29 и 28 тысяч тонн соответственно. Также отметку в 20 тысяч тонн преодолели производители Дюртюлинского, Стерлитамакского и Мелеузовского районов. Что происходит с ценами? Ну, цены постепенно, на самом деле, восстанавливаются. Цены восстанавливаются и не по всей России, но в целом в ряде регионов цена уже находится на уровне пиковых значений, которые были в конце 2022-2023 года. Если говорить о прогнозе на 2024 год, с учетом того, что у нас есть достаточно серьезный спрос на внутреннем рынке, плюс достаточно активно развивается экспортная активность. И здесь, на самом деле, переработчики Республики Башкортостан тоже находятся, в принципе, в авангарде. Достаточно активно развивают экспортные позиции, прежде всего, Мелеузовский молочный консервный комбинат, который начал с поставки в страны дальнего зарубежья, ведет сухое обезжиренное молоко в Алжир. А это крупнейший рынок экспортный. В 2023 году в Башкортостане произвели 784 тысячи тонн товарного молока. По сравнению с 2022 показатель увеличился на 3,5%. По прогнозам участников отрасли, в этом году также ожидается прирост выпуска на 3-3,5%.